Привет, меня зовут Марьям, мне 5 лет. Я хочу стать ветеринаром, чтобы лечить животных. И я счастливая, когда со мной играют подружки. Когда мама уходит, я играю своей рыбой собачкой, потому что мама не разрешает ей играть, когда она рядом. Я люблю прятать от мамы конфеты, когда она спит. Я притворяюсь, как будто бы я сплю, она засыпает слишком хорошо, а потом я ем конфеты. Мне становится грустно, когда со мной никто не говорит. Если бы у меня был миллион, я их отдала бедным деткам, чтобы они купили себе еду и одежду, и игрушки, и все, что они захотят. Человек должен быть добрым и счастливым.